Доброе утро, друзья! Доброе утро! Мы находимся в Анталии, в отеле Санта-Марина. Сегодня 6 июня. Время? 7 утра. Мы позавтракали уже, и сегодня выселяемся, чемоданы наши собраны, и решили записать такие из этого отеля одним дублем. Отель небольшой, отель не бюджетный, но бюджетный как бы, на фоне других. И... Отель находится в районе Лиман, рядышком жилые комплексы, и хорошее местоположение у него, и остановки, магазины, рестораны, и море, все рядом. Посмотрим наш номер? Давайте с балкона начнем. Такой потрясный вид у нас с балкона. Сивью. Посмотрите, за этим зданием находится море. А здесь же неподалеку находится магазин Шок, где можно водичку прикупить. И есть рядом с Шоком остановка. Ну, покажем попозже. Давайте номер. Здесь у нас спал Мироха. Ну, кровать мы перетаскивали сюда. Сейчас перед выселением вернули все как было. Эта тумба, она, оказывается, снимается. Кондишка у нас вот такой. Ну и в этом номере, в принципе, все вот такое. Оно годно для ночевки. И, в принципе, мы как к ночлежке к этому относились, отелю. Есть холодильник даже. Да, есть холодильник без мини-бара. Это у нас там вишенка, черешня. Огромная ванная. Огромная ванна с суперфеном. В общем, это уже третий отель, скромный отель в городского формата в Анталии, когда недешево и сервис никакой. Надоело, хочется выговориться. Пойдемте дальше посмотрим. А, кстати, здесь есть разные типы питания. Завтраки, обеды, ужина. Можете выбрать одно. Ужин норм, завтрак нет. Да, и сейчас как раз завтрак покажем. Ну, честное слово, устали. Вот мы здесь две ночи. Устали вот от этого отеля. Этот отель продается у Пегаса, турагентства. А так я смотрю, он забитый. Посмотрела по номерам. Смотри, такой номер сейчас свободный. Давайте посмотрим завтрак. Здесь находится суп, но его сейчас нет. Хорошо. Хорошо. Яички, сосисоны и пирожки. И, конечно, огурцы и помидоры. Оливки, масло, мед вот добавили еще. Там оливки были? Да. Это летняя терраса, так сказать. Бассейны. Бассейны чистые, надо заметить. Сын вчера, я с ним здесь купалась. Детский, взрослый. Здесь такие столики, душ стоит. Да, и здесь еще есть кошки прикольные, которые периодически любят друг друга и всякие звуки издают. В ту сторону находится остановка. Буквально через одну дорогу движение. Прям там сходится остановка в разные стороны. Там же магазин Шок, там же есть алкогольный магазин, буквально 400 метров отсюда. Местоположение, конечно, отличное этого отеля. Да, это то, ради чего сюда стоит приехать. Ну, мы ездили в разные на рынок, отсюда ездили, и в торговый центр ездили. Можно до Мигроса добраться на автобусе ВС-18, до Мигрос-центра. Доброе утро. До Марканталя доехали. Доброе утро. Лобби, лобби, друзья. По чистоте в отеле вообще нет вопросов, все чисто. Еще одна терраса. Еще одна терраса. Мы сходили в магазин, купили вискарика и здесь как-то первый вечер и провели. Давайте покажем вот этот перекресток, с которого туда, да, на море. Да. Туда можно на море утараканить. А туда можно уже на автобусную остановку, вот где машина проезжает, это совсем минуты 3 идти, может, 2. А также там площадь матрешек, та знаменитая. И известная. Да, там есть и детская площадка, мороженое очень вкусное, дендурма. Ну и детская площадка есть прямо возле выхода нашего здания. Здесь есть парковка, можно приехать на машине, и, кстати, многие здесь так и делают. Да. Ирон? И что интересно, у нас номер с выходом вот на эту сторону.
Мироха отправлялся сам вот на эту игровую площадку, игрался там, и мы с балкона поглядывали. А еще здесь живет много людей, это русский район, русскоговорящий район, так сказать, и здесь очень много людей. Площадка заполняется местными ребятками, ну, в смысле, местными нашими ребятками. Да, и сейчас мы направляемся на море, чтобы вы представили вообще, сколько времени это займет. Это немного. Да. Мы идем средне таким динамичным шагом. Даже тренажеры есть. Да, на спортзале можно экономить. Да, зонтики плевают. Здесь, кстати, очень тихо и спокойно. Мы выходили на балкончик, и такая тишина и расслабончик. Оливковые деревья, апельсинчики. Да, ну Ирон? Вот в моменты принятия пищи, у нас здесь завтраки и ужины, в моменты принятия пищи почему-то хотя бы какую-нибудь маленькую сраненькую колоночку поставили с музыкой, а то вот, знаете, такое... Как будто ты эту еду выпрашиваешь. И есть еще. Да, мы почему-то запутались. Точно знаю, вон там можно пройти. Да. Но есть еще и в другую сторону возможность пройти. Тут красиво этот Марина Резиденс. Скорее всего, все-таки по той стороне чаще ходят, потому что здесь грунтовка. Ну, стало быть, покажем самую некрасивую дорогу. Это красивая кондо. Да. Посеем голубим цветами. Это так пахнет вкусно. Сиренью, да? Ну да, но это не сирень. И вот ребят, еще по расположению отеля, мы во все наши места, которые хотели съездить, вот в предыдущих роликах одним кадром, которые выложили, мы во все съездили отсюда с автобусной остановки. Просто на рынок. Классный рынок с овощами, с одеждой. Овощи прикупили. Минимум до 2-3 ТЦ можно здесь доехать на автобусе. И более того, мы сегодня в Кемер едем тоже на автобусе с этой же остановки. Вот. Красивейшие горы. Мирох там отстает периодически. Вот мы на первой бичке, на первой пляжной улице. Все-таки, да, с той стороны кондоминиумов нужно было идти. Здесь вот забор, и мы сейчас его как-то будем обходить, разделительный забор. Ну, в конце концов, надо же на серию насобирать. По-моему, в наш кондо, я вот уши грел, пока в лобби сидел на ресепшене, по-моему, в наш кондо можно за $250 в месяц приехать и жить. И, собственно, так и договариваются. Ну, видимо, без питания. И учитывая качество питания, либо сюда без него ехать, либо только ужина, потому что завтраки, вот у нас второй завтрак мы просто закинули, чтобы уже хватило сил на автобус до следующего отеля. Спрыгнем здесь. Да, сына сниму, иди. Легких путей не ищем. Да, потому что с рюкзаком. И вот мы на пляже, буквально пук-пук и здесь.
Здесь тоже красиво, посмотри. Это пляж такой? Угу. Здесь, видимо, кафешка какая-то была. Разобрали. А мы не доходили, да, до Нет, этого? Нет, мы еще не дошли до пляжа. Там спуск. Ты тоже? Мы еще встали. Вот мы и на пляже. Это набережная Кони-Алты, но она пока официально где-то там заканчивается. Там, где брусчатка заканчивается, кафешки, вот пляжные. До реки, получается, ее облагородили и дальше делают. Да, и, возможно, дальше будет. Вон там всякие корабли плавают, порт, где можно. Что где можно? Ну, в порту, наверное, можно контейнер отправить. Там есть же... Ой, песок. Напоминаю, снимаем мы одним кадром, поэтому одним дублем, поэтому вырезать что-то не сможем. Да. Спит человек. А можем уже здесь? Я могу. Наверное, на этом закончим? Или ты будешь прыгать? Паркурное видео. Я могу выдирать камеру, ты спрыгнешь. Мама, я спускаюсь. Держи камеру. Ух. Давай, спущусь. Больше всего на отдыхе не хочется поломать ноги и в гипсе проходить. Поэтому будьте аккуратны. А, там же песок. Чего не сделаешь ради контента? Найти ступеньки, например. Да, повертеть головой. На пляже галька. Сегодня у нас 6 июня, время 7 утра. Ну, около того. Мы позавтракали. Да, пляж, конечно, классный. Даже захотелось зайти сейчас. Вид с пляжа вот такой красивый. Ну да, еще здесь не облагородили до конца, еще в стадии облагораживания. Но зато и людей здесь меньше, чем на том пляже в Кони-Алтах. Там, облагороженном. Друзья, у нас 25 июня будет стрим. Приходите на стрим, задавать вопросы. Просто побухать. Много информации просто после этой поездки. Полезной, надеюсь. Да, мы будем также продолжать по несколько видосов в день выпускать одним кадром. Вам это нравится, нам это тоже нравится. И да, стрим будет 25 июня, я уже сказал, в 16:00 по Москве. Приходите с пивасиком. И хорошим настроением, да? Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.